Все ближе и ближе новогодние каникулы. Как собираются провести их ульяновцы, ведь распределить время на целых 9 дней очень сложно. Давайте спросим у прохожих. Ну, с друзьями буду, на лыжах буду кататься, на коньках, спортом буду заниматься, праздники активно постараюсь провести. В кругу семьи. Чем будете заниматься? Отдыхать, на елку пойдем. На городскую куда-то здесь, по городу? На городскую. Собирались на елку. Ну и так, поздравить родственников, родных. Планирую работать все выходные. Кто-то отдыхает, а кто-то работает. Гулять, не знаю, наслаждаться красотами родного города, которые, я надеюсь, будут в этот раз. Что еще сказать? В принципе, радоваться. Вот, надеюсь, будет хорошее новогоднее настроение. Я поеду к родителям праздновать с семьей. Другой город. Работать. У меня статья, у меня планы большие научные. Буду работать. Спасибо. Буду работать на работе в Сальто, в детском центре. Приходите. Вот. И буду отдыхать с друзьями. Работать. Планирую работать, а выходные будут у меня только после 9-го уже. Поеду за город в деревню. Отдыхать, баня и природа. Наши лучшие друзья. Но пока планов нет особо конкретных. Вот. Хорошо провести время с семьей и своими родными. Отдыхать, гулять с детьми на елку, праздники, все. Ну и веселье между взрослыми, солидными людьми, конечно же. Все должно быть замечательно. В гости пойдем к родным, друзьям. Будем отдыхать. В поездке в Подмосковье к детям поеду. Работать 1 августа, потом театр, турбаза и по гостям. Поеду в Санкт-Петербург к маме. А там? А там вместе отметим Новый год. Будем гулять по новогоднему Питеру. Ну, можно провести время с детьми, можно провести время с семьей, скажем, посетить культурные мероприятия. В нашем городе это и можем зайти куда? В драмтеатр, мим-центр. Культуру массовое мероприятие сделать можно. Посетить, возможно, рощу, Винский парк Победы зайти посмотреть, покататься на плюшках, встретиться с друзьями. Что еще? Если будет снег, вообще будет замечательно. Пока снега нет, к сожалению, плохо. А так будем веселиться.